Привет всем! Здравствуй, небо! Ты такое небесное! Приветики, мое любимое море! Ты такое... такое соленое! Привет, волны! Такие пенные, как бомбочка для ванны! Привет, рыбки! Вы такие прекрасные! Хотите посмотреть, что я несу для Моны? О, нет, бомбочка! Что же я наделала? Она же... Нет, нет, нет! Только не это! Привет, Мона! Я сейчас вернусь с твоим заказом! Сейчас, сейчас! Никуда не уходи! Ну, пожалуйста, Фактор! Мне очень нужна еще одна радужная бомбочка для ванны! Прошлая была такая хорошая! Она так красива! В общем, нужна еще одна. Ты сделаешь? Бомбочку для ванны? Разумеется, Клауди. Без проблем. Вот список ингредиентов. Как только соберешь все, я сделаю. А пока, извини, куча заказов. Письма от сестры. Ого, вот это списочек. Одна я не успею. А с командой точно успею. Улетная доставка вперед! Увидимся, Фактор! Пока-пока. Во сне на сестру упал астероид. Чего только не приснится одинокой обсерватории. Поэтому наша задача — принести все ингредиенты заводу Фактору. Ребят, ну давайте, сделаем это! Пожалуйста! Доставка поможет миру! Да! Вал, лучший курьер! Да! Да, доставка поможет миру. Вал, лучший курьер. Итак, нам понадобится... Кусочек льда с ледяных равнин Йети. Огненное дыхание музыкального дракочи. Листик мудрости правителя с вами. Веселящий бар капитана уточки. Сонный снег с вершины дядюшки Вилли. А где же последний ингредиент? И капля волшебного мяу-лимонада. Мяу! Итак, все ингредиенты собраны. А теперь... Бомбочка для ванной готова! Ой, там письмо. Извините, весь день читаю. Ура, спасибо! Спасибо, спасибо, спасибо! Ура, я снова лечу на море! О, потрясно! Даже жалко бросать в воду такую красоту. Хотя, не жалко. Прекрасный день и отличная ванна. Спасибо. Ныряй, Клауди. Ура! Привет, море!